Дамы и господа, меня зовут Денис Мацуев. Это мой друг Борислав Струлев. Нам выпала честь играть сегодня на открытии 27-го Московского международного кинофестиваля. Более того, нам доверено представить вам те 5 призов, за которые в ближайшие 10 дней разгорится нешуточная борьба между участниками конкурсной программы. Итак, призы 27-го Московского международного кинофестиваля. Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение женской роли. Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение мужской роли. Приз за лучшую режиссерскую работу. Специальный приз жюри. И главный приз 27-го Московского международного кинофестиваля – приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм –